Доброго времени суток, народ! Мы с вами находимся в штате Пенсильвании. Еду я на Огайо. Доставка сегодня должна была быть на 9 часов, но, увы и ах, мы не успели. Я вчера загрузилась в Вирджинии, в Ричмонде, и надо было ехать через Вашингтон, Д.С. А там вечные трафики на 95-м фривее, поэтому застряла я там надолго, и все свои часы выехала, и даже еще брала, потому что у меня было заказано время на 2 часа дня забирать, и я сидела там, ну, почти что 3,5 часа ждала вчера груз. Ну, во время, они вас загружают, когда у тебя назначено время, раньше не берут. И пришлось там подождать чуть-чуть, поэтому это благодаря этому времени у меня еще было, я переключилась и использовала то время, которое не было использовано. Я вот чуть-чуть доехала, и нигде нельзя найти было парковок. Вечером все забитое, потому что с этих районов траки уезжали. Естественно, у них заканчивалось время, и они опять были запаркованы, все эти тракстапы. Ну, короче, ничего, день закончится вчера, по милости Господа, все нормально. Сегодня доставлю, на часик опоздаю, ничего страшного. Я уже этому диспетчеру написала, что на часик я воду везу, база там большая, поэтому где-то всунут меня, понятное дело, разгрузят. Но сейчас лето, и я вот замечаю, что да, конечно, это, ну, вчерашняя загрузка, это был немножко вина диспетчера, потому что мы так поздно никогда не загружаемся. Я обычно загружаюсь с утра, и вчера я разгрузилась где-то уже в 9, а надо было ждать, там ехать всего 20 минут. Подрезает. 20 минут надо было ехать, и все остальное время я простояла, прождала груз, получается. Ну, вот такие дела, дорогие друзья. Как тот говорил. Дорогие друзья, народ мой, кто со мной, спасибо большое подписчикам моим всем, кто просматривает мои видео. Я знаю, что сейчас лето, времени у людей нету, поэтому все окей, я просто ставлю это мое хобби, да. Если вам это хобби нравится, и кто-то новачок зашел на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, будем продвигать канал по чуть-чуть. Ну, это для меня не то, что там прям жизненно важно, просто так прикольно, да. Вот, так что мы с вами едем по Пенсильвании сейчас. Я вчера нашла тракстап, но это TA, там, конечно, все были ячейки, там надо было платить за ячейку. Ну, за ночь $16 я заплатила. Ну, мне компания возвращает это все, все растраты на трак, там все, что я делаю, там паркуюсь, пою, там это все возвращается в конце недели в зарплату. Но, кстати, в компании еще сделали прикольно, вот раз в месяц заезжать можно на мойку. И не надо ничего, раньше мы платили, а потом они нам возвращали, а сейчас даже платить не надо. Говоришь компанию свою, и оно там все автоматически оплачивает. Аккаунт сделали в мойке в этой, в Пике. Так что классно тоже. Да вообще нормальная компания. Вот если люди, кто приезжает с Украины, водилы там, со всех стран, да, кто там приезжает, наши бывшие советские страны, я рекомендую свою компанию, IG Transportation. Они набирают, и сейчас их новые траки всегда, вот мой трак 2 года, а сейчас они понабирали новых прямо, новых траков. Так что, кому интересно, я рекомендую. IG Transportation, они работают с Чикаго, Эдисон район чикаговский, Иллиной, и они, ты не должен там жить, это естественно, в Америке. Ты можешь работать из Калифорнии, а жить где-то в Айове, как я живу, да, то есть это не важно, где ты живешь, работать ты будешь, можешь работать из любой точки, да, Америки. Поэтому, кому интересно, заходите, гуглите, IG Transportation называется компания. Они хорошие, хорошо оплачивают, то есть будете достойно зарабатывать, и, естественно, отношение к водилам хорошее, ну, как и в Америке везде. Я думаю, что я вот когда раньше общалась там с людьми,
не с Америки, как гоняют их, это вообще капец, жесть какая-то. Поэтому нас относятся к водителям очень хорошо в Америке. Никогда не будут тебе вот издеваться с тебя, там, чтобы ты не спал и не имел времени на что. Поэтому, естественно, отношение другое вам будет нравиться. О, кто-то лодочку покатил новенькую. Так что, друзья, вот такие делишки здесь у нас. Туманчик периодически, утро ранее, нас что здесь по времени? 7.04 и уже 70. Жарко. Сегодня будет жарко. Вчера в Вашингтон DC было 109. Вот такая жара была вчера. Ну, Вашингтон DC это столица наша, да, американская. Она на границе с Ричмондом и Мэриленд. Вот так вот. Так что, не буду вас долго томить дорогой этой, ни о чем. Пенсильвания, она тоже гористая. Всем добра и мира. Всем замечательных рабочих будней, у кого что, да. В Украину мирного неба, поскорее завершение этой беды, войны. Все будет добро, Украина. Всем пока, народ!